Здравствуйте, 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 дорогие друзья! Вы находитесь на игровом канале Свободного, на канале, где проходят самые классные, интересные и увлекательнейшие видеоигры. Сегодня мы с вами продолжим проходить Dead Cells. В прошлый раз мы остановились на локации после второго босса. Вот, целый час у нас длился трай. Вот, и теперь мы продолжим его проходить. Идем в новую локацию. Королевский замок. Знать приходилось сюда обсуждать важные вопросы с королем, но в последнее время посетители уже совсем не те. Так. Ага. Показывается нам король, которого, статую которого мы видели. Новый противник с копьем. Опа, опа, опа. Тише, тише. Новые мувсеты. Очень много всего предстоит изучить. Но у меня есть обалденный имбовый крутой лук, который стреляет аж по 6 стрел и отравляет. С ним мне здесь все будет по плечу перейти. А куда перейти? Ага. Чувствую я здесь, мы походим по коридорчику. Так, что такое? Проверить. Десница вне подозрения короля. А вот про гиганта такого сказать нельзя. Но это они надеются, что с ним все в порядке. Хотя мы давно его не видели. Угу. У нас, значит, почитать можно. Как старого повара прикончили, у еды появился странный привкус. Но десница ничего не замечает. Я держу рот на замке и мечтаю о заварном креме. Угу. Ой, сейчас чихну. Ой! Ой! Будьте здоров. Так, король убежден, что заговорщики хотят лишь его жизни. Для такого заговора достаточно поводов, но я сомневаюсь в его существовании. С тех пор... Так, король убежден, что заговорщики хотят лишить его жизни. Для такого заговора достаточно поводов, но я сомневаюсь в его существовании. А с тех пор, как он казнил повара, еда стала просто отвратительной. Королевский размер. О, кровать короля. Король пришел в мои покои, чтобы самолично убрать мой портрет с гигантом. Я понимаю его возмущение, но мои люди недовольны. Судя по всему, мы зашли в такую маленькую лорную комнату. Что из нее должны были мы узнать, мне очень понятно. Так. Здесь у нас еще все еще не открыт высокий прыжок, поэтому пока эта локация не закрыта. Здравствуй. Так, что ты нам можешь рассказать? Это все у меня есть. Сковородка, аж 7-я. Кинжалы. Это все мне не очень интересно. Неугодные пушки есть. И вообще все под контролем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хотел намутить мув. В итоге мувы намутили меня. Так, давай еще немножко жизни возьмем. А знаете, вот сейчас процент у меня не сильно как бы увеличивается, а при этом жизни так, ну, прилично добавляется. Интересно, как здесь этот яд и замедло работает? Яд, я... О, это бомба с бомбой. Сколько вот, например, один стак отнимает? Он как, секундами, процентами отнимает. Ай-яй-яй. Гори. Так. Музыка напоминает музыку из Симфонии ночи. Частично я уверен, что создатели вдохновлялись. И зеленая комната. Здесь можно полечиться? Ага, это комната с ведром яда. Так, давайте. Возьмем шприцу. Новый противник, шипасик. Я думаю, мы его победим еще до того, как... Опа! Еще до того, как он... Ай, у меня боеприпасы кончились. Отлично. Красиво. Ключецкий. Мы нашли Ключецкий. О, как он меня протаранил. Нормально так.
Молодец, молодец. Выпишите ему грамоту. Хороший старый. Опа, опа, опа. Опа, опа, опа. Попал. Ай-яй-яй-яй-яхты. Ай-яй-яхты. Ах ты мои, ай-яй-яхты. Все, на выход? Да, пошли на выход. Ух ты, ой я, какой я ловкачица. Ты еще и вниз. Слушай, я знаешь, что понял? Этот враг. Я всех. Я, короче, все, что я вижу, это все враги с Кастлвании. Там были такие шити, копейщики. Они атаковали. ПП. Похожим образом. Тоже у них была фишка, что они могли как-то сквозь стены бить, сквозь потолки. Травися. Опа. Давай, травися. Он походу, когда... Опа, очки, это что у нас такое? Стойкий малорианный солдатик. Он когда походу вращается, он убивает мне все стрелы. Ну что, красная комната теперь. Главное в серую не попасть. Там, я думаю, вы знаете, что происходит. Опа. Ой, это эти мега гоблины. Стрелы застряли. Враги. Одного есть? А, нет, это он усилился. Надо их на огонь. Вести. Хорошо, что урок без кулдауна. Я их заборол по красоточке. Два ключа. Фух, фух, фух. Зачем они, интересно, нужны то эти ключи? Ой-о, сколько здесь. Лучник. Агат такой. Четко. Зачем это я сюда иду? Ах ты, эх ты. А что здесь-то? В чем смысл этой комнаты? И что, зачем я такого круглядал? К чему это все? Я себя, кстати, только что понял, что он во время перекатов смертельным становится. Как в соус-играх. Так что можно даже через самые такие шипы скакать и так далее. Пока ты в кувырке, я так понимаю, ты бессмертный. Ну, пойдем дальше. Светочек. Так, давай фиолеточек возьмем. Вот это я помню, что просто такое сделал мощное. Вот так это, вот это вот сделал. Ух ты! Ух ты! Ух. Жизнью надо съесть. А у меня жизнь-то всего одна здесь. У меня в реалик много, здесь одна.
заходил. Сюда, вот сюда еще надо. Дайте по аптечке что-нибудь помыться. А, у меня же есть зелик. У меня же зелик есть вкусный. Тела погружены, клоны какие-то. Что за комнаты такие? Когда генерация сказала бай-бай, у меня выходной называется. Ладно, попробуем сюда снова. Я здесь был. Музыка играет так здесь, короче, как будто эти птицы воздух набирают иногда. Ай-яй-яй! В ту сторону. Ух, хорош. Красавчик. Красавчик, который хорош. Добрый почём-то? Хе. Это что такое? Так, муж и жена. Да? Судя по беспорядку, отсюда убегали большие спешки. Сюжет нам преподносится через картиночки. Как бы такое. Сначала предположи сам, а потом мы тебя проживем. Ну ладно, хотя бы так. Все-таки тоже повествование. Такой способ. Его тоже надо уважать. Я нажимаю вверх, короче, и атаку, то он чуть-чуть перепрыгивает и все равно стреляет. Сейчас только узнал об этом. Видимо, красный ключ нужен здесь, чтобы эту руну открыть. Так, вот я еще вижу один ход. И даже не один. Горите. Красавчик. Тоже вот комната. Шедевр генерации. Это что такое? Статуя. Я сюда прошел? Не закрыто. Тепнемся. Разбейте склянку об лоб, нанеси. Когда стрелы, когда-нибудь я пойму, что это. Не знаю, это, видимо, подбилд какой-то, где надо самого себя дамажить. Ну что, куда идти-то? Куда идти-то? Красная, зеленая, синяя дверь. Ну, там, походу, повыше можно еще подняться. Кто может быть более интересные в рогалике, чем... Ай! Чем удачно. Мудрый Василий! Все, ты отравился. Ты побежден. Ты побежден. Ты одолен. Давай сначала чекнем, что дальше. Раз, ключ, два ключ. Ага. Там еще что-то есть сочное. Давай мы попробуем. Может там есть еще вот этот раз. Вот этот. Телепорчик не отведет. Позволяет атаковать движение 80, если враг от раны. Клёво. Клёво. Но
я лукер. И мне нужно очень много стрел. Погнали. Тронный зал. Так, сначала у нас будет хаб. Я смогу здесь дочкануться. Фикс. Сейчас дам накопленные яйцеклетки. Так. Огниво. Нажмите, нанесите. Интересно посмотреть, как выглядит. Нанесите огромный урон при блокировании. Угар, чеснок, схема. Мутация брутальности. Следующая атака ближнего боя после использования навыка нанесет плюс 400 урона. Так. А, это мутации новые. Атаки ближнего боя в зависимости от наносимого восстанавливают немного здоровья, если находит под действием ускорения. А как ускорение на себя положить? При КВРК за вами остается 3 штуки колючек, максимум 9, которые носят шняга. А враги получают пока незамедленно. Вот это интересно, подморозные билды. Восстанавливают после парирования. Следующая атака. Ледяное сердце. Атака замороженного, оглушенного или бездвижного врага на ближней дистанции снижает время основных навыков на 14. Видите, ого! Вот это вот. Просто и красиво. Просто и красиво. Давай сначала базу докачаем, вот это общее улучшение. Но по-любому самое стоящее и самое часто используемое. Дает бонусное здоровье. Поджигает врагов поблизости. Да тут у меня... Слушай, можно же перековать, и стоит не сильно дорого. Давай пробуем. Поливает врагов напалмом. Плюс 3 к боеприпасам. Блин, напалм это интересно. Давай еще рольнем. Умирая, жертвы горят. Фигня. Плюс 3 бросает гранату. Бросает гранату. Выстрел прошивает. Давай еще. Пускает стрелу перед вами и позади вас. Стало больше стрел вылетать. Давай, это тоже. Напал. Угу. Класс, я заруинил билд. Красавчик. Теперь у меня атаки и атаки. Окей, трон короля выстилали прямо из камня на месте. Похоже на новую локацию. Судя по вот этому ступчику, это похоже на... Ух. Это круто. Ну, очевидно, это босс. Десница. Короля, короля. Ой, я в яму упал. Как это такова? Идем, идем. Я ему вообще еще ничего не отнял толку. Очень сильный, и что-то делает еще более сильно. Зачем мне этот второй уровень? Что у меня за испытания подсунул? Еще они смертные какие-то. Стандарты какие-то падают. Умотал. Просто размотал. Да, надо было оставить лук, который был. Банк. Вы слышите громкий шум, будто водопад золотых монет. Не с лишним будет найти его источник. Гонка по боссам. Вы слышите шум боя и призывы к славе. Стоит посмотреть, что там с дверью неподалеку.
Я так сейчас много стрелял, что мне теперь очень хочется попробовать милишный билд какой-то. Кровавик. Кровавый меч. Множественный лук. Угощает. Пробует взять имбу, может, а? Я что-то... Все равно толком не увидел ничего стоящего. Так хоть буду вампирить. Сможем до финала дойти сразу. Что я открыл, когда вот боссов убил? Кто видел? Кинжалы. Лук пехотинца. У него стрелы приличные. Другое хочу оружие. Давай что-нибудь поинтересней. Иглу, например. Вот эту вот. Вот тут, которая... Сбалансированный меч. Интересно. И классное замораживающее заклинание. Урон при нанесении нескольких ударов. Наносит критический после 10 последовательных ударов. Ну, такой интересный так-то. Очень много налупить по противникам. Шмоточки. Босс раш какой-то. Это что такое? Что это? Это банк? Невозможно сохранить счет. Ежедневные испытания. Это делик. О, есть террария шмотка. Здесь только лучшие, лучших, сильнейшие и сильнейших. Или лучше будет сказать достойнейшие и достойнейшие. Могут показать приличный результат. Ну так это я. Давай посмотрим. Да, конечно, сейчас я. В таком случае, пускай себя держи верх на боссом турнире. В кратчайшие сроки забери как можно больше очков по пути. Вот ты увидишь какое-то полезное снаряжение, но некоторыми вещами пользоваться не получится. Может, коллекционер имеет к этому отношение, кто знает. И не называй самый крутой путь, не всегда самый верный. Это же звездная ярость, есть террарий. Успешная атака создает падающую звезду при возможности задевающей другую цель, наносящую критический урон. Плеть Бальмонта. Проходит сквозь щиты. Плеть я видел. Плеть это параша. Такая же нелепая, как в террарии. Ну, в плане анимации. Ой, долго. Долго-долгая штука. Очень долго. Очень долгая музыка. Вообще, ну, не оружие, параша какая-то. В натуре как будто в террарию играешь, так же машется нелепо. Я думал, как-то это адаптирует. Оно еще оно не станлочит совершенно просто. Единственное, что в натуре хорошее, то, что он вылетает... Еще одна атака! В некоторых моментах может быть полезным. Ну и вот, нет, чем-то удобный, может он потолок бить. Дразнилка. Насмехается на противника, заставляли хорошо преследовать вас. Интересно, что стрелы возвращаются. Я превращу тебя в трупную жижу. Бонусные очки. Тишки, 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 братишки. Работает.
оцениваете эту звезду? Как она? Стоит ли вообще забеги с ней чего-то? Отражающий щит. Чисто такой напарильщика щит. Как-то странно отобразился мне этот. Давай вон по указателю пойдем. Кажется, он идет к боссу. Короче, у этого оружия вся сила вовсе не в... Как его? Не в самих тычках, которые он делает, а в звездочках, которые падают. Разделайся с ним. Она, видели, не заряжена была. Не запитана. Но здесь, вот знаете, каждое оружие, которое ты пользуешь, ты в какой-то момент к нему привыкаешь, и оно становится для тебя кайфовым. И ты уже такой, я уже друг без другого, как будто бы и не могу. Ловушечка, ловушечка. Молодец. Оно, вот это, знаете, чем меч хороший? Он, им секреты кайфово искать. У него тычка для этого хорошо предназначена. Это босс? Привратник. Ну, я твой сет уже знаю. Будет. Ай-яй! Будет нам с тобой попроще. Красавчик. Честный бой, жесткая борьба, мочи, проворный клинок. Чертеж за прохождение дейлик. Поздравляем, мы прошли дейлик. Побед в день до следующей награды. 4. Какой награды? Какие победы? Что сделать надо? А мне меч ставят? Я бы с этим мечом... No. А это что? О, прикольно, может. Выпустите меня. Я пошел. Оставьте мне меч, и я пошел. Хлыст. Угу. Спасибо. Хороший меч. И вам такой же. Босс Раш. Да? А в чем соль? Ёлки-палки. О, новый претендент. Добро пожаловать на полигон. Здесь ты можешь сразиться со своими... с самыми грозными прошлыми врагами, одним за другим. Если ты одержишь победу, то получишь замечательные награды, а народ или что-то от него осталось, будет связать тебя с долгие годы. А если будешь слишком легко, противники приготовили кое-что новое для тебя. Попробуй пройти это испытание, не получив ни единого удара. Вперед, проверь себя. Ну, пошли. Локации, да, все? Это типа легендарка. Давай я с самого простого начну. То я знаю, что они могут сейчас сделать мне. Особенно там, где в зеленых комнатах сидят. Отлично, значит, ты хочешь боя. Выбери кое-что из арсенала. Он из этих заданий тебе поможет. Как приготовишься, просто приходи в двери к концу коридора. Там уже бла-бла-бла. Если стручишься, возвращаешься, скажи, что сдаешься. Подобрать. Параметры выросли. Хочешь прийти на сбор? Нет, не хочу. Я выбрал силу. Милишную. Ой, наборы. Ну, я вот это возьму. Сбалансированный клинок, нож и лимонка. Классный получился комплект, очень классный. Такой, в принципе, сбалансированный. О, тут еще больше на выбор.
спартанские сандали нафиг, граната и тоник. Ну, тоник, вещичка оправданная, мутация. Мне как раз надо на мой сбалансированный. Кучу тычек. Так, сколько можно? Сколько? Две можно. Удары ускоряют навыки. Комбо. Безмятежность, чутье, контратака, некромантия. Ну, возьму расплату. Меня лупить, полагаю, будут. Sometimes. Мне показалось, что у меня меч пускает проджектайл вперед. Мечик такой маленький, летающий. Опять ты? Больно. Добро. Так. Кинжалы. Я возьму кинжалы. Так. Они как-то по... проще. Попонятней. Сделал серию. Три удара. Убежал. Удар убежал. Параметры выросли. 17, нафиг. О! А, у меня кинжалы тоже выросли. Очень сильно причем. 90, если оглушен или заморожен. Ни то, ни туда, ни сюда. Лимонка 4. Поливает врагов напалм. Ну, ни туда, ни сюда, неинтересно. Перековать. Давай перековую, перекуем модификаторы. 30, если заметно. Фигня. Умираю, жертвы горят, фигня. Увеличиваю скорость на 5 после убийства, тоже фигня. 175, если враг заморожен. Осталось теперь научиться замораживать. Начни замораживать. 100%, если горит. Умираю, жертвы горят. 60%, если стекает кровью. Это... еще раз. Отравляет. Ну вот это... вот это круто. Вот это интересно. О, а это как раз в отравление бьет. Нормально. Нормально. Замораживает поблизости. Давай другое. Поджигает землю. Ну, что-то там... короче, имба какая-то получилась. Чисто по боссам, короче, бежим. Ну, я ее сейчас размотаю. Здорово. Хранительница очага. А я помню, ты кидаешь вот этот крюк. Ну, я как бы с таким... этим... таким перекачем я ее просто затыкаю. Вот и все. Вот и все. Честный бой. Жесткая борьба. Нормально. Нормально. Новый кунай выйти. Метательный нож вызывает кровотечение. А, так, а мой тоже вызывает самонаведение. Выпускает... а, прошивает насквозь. Выпускает стрелу. Ну, слушай, этот гораздо... этот поинтереснее. Вот куда-то в потолок пускает зачем-то стрелу.
Да, я. Еще параметра. Ну, такой у меня есть. Шняга. Перековать надо бы, да. Перековать надо бы, да. Стрела вверх, ну это вообще параша какая-то. Стрела вверх. Пускай стрелу вверх. И перед вами. Ну вот передо мной это круто. Отравляет. Что-то поинтереснее. Другое. Бросает гранату. Граната. Поливает напалмом. Пускай стрелу вверх. Если горит. Напалм. Граната. Опа! 1% восстанавливается за каждую атаку. Это же вообще сумасшедшая имба какая-то. А, но меня бьют сильнее, но я вампирю. По-моему, вот это круто. Я еще лучше. Вот так. Поджигает землю. Создает ядовитое облако. Покрывает напалмом. Поджигает землю. Все лажит. Все лажит. А куда меня сейчас поведет? Я же до сюда типа еще не доходил. Я сейчас с десницей буду драться. Десница — это предпоследний босс, наверное? Здорово. Десна. Вот это урон. Вот это урон. Десна, куда ты? Это что за урон такой хороший? Ладно, был прикольный. Так, ну что, дорогие мои зрители, сегодня мы узнали много нового, попробовали интересный режим, получили много новых шмоточек. Вы супер молодцы, что досмотрели до этого момента. Поддержите меня пальцем вверх вашей подпиской. Вы лучшие зрители. Хорошего вам вечера.